И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Россия! 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 Эти слова. Эти слова из Священного Писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но все заключается в том, что это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России. И именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением там является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо к плечу. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда! Так сегодня и так будет всегда. Спасибо.